Никаких утомительных лекций, живой диалог и максимум практики. Так сейчас выглядят обучающие семинары для будущих наблюдателей. Как отмечают эксперты, особенно важно вовлечение наблюдательского корпуса в процесс контроля за выборами. Мы сегодня видим, и это показывает нам анализ прошлых избирательных циклов, что наблюдатель сегодня, общественный наблюдатель в первую очередь, это полноценный участник процесса, который не просто созерцает процесс, процедуру, которую реализуют организаторы выборов, а может и применить свои компетенции для того, чтобы нивелировать в зачатке, разрешить ту или иную потенциальную проблему. Участниками семинара стали порядка 70 человек. На протяжении двух дней им рассказывали о ключевых принципах независимого наблюдения на выборах, об их правовом статусе, учили распознавать и бороться с фейками, моделировали различные ситуации для отработки рисков и повышения стрессоустойчивости. У нас присутствуют такие темы, и в том числе в интерактивных форматах. Мы рассказываем об основах конфликтологии, информационной безопасности, формы противодействия тем или иным проблемам на участке, их разрешения, реагирования на внештатные истории. Программа обучения наблюдателей строится на методиках вовлечения и полного погружения в процесс. Это повышает качество подготовки в соответствии с современными требованиями избирательного процесса. 6 лет общественного наблюдения позволили собрать совершенно уникальный материал, который позволяет быстро, качественно, эффективно подготовить наблюдательское сообщество. Наблюдение деятельности общественных штабов сейчас построено так, что отслеживаются, охваченные общественным контролем, практически все этапы избирательной кампании. Не только непосредственно голосование, но и все предшествующее, что позволяет уже на ранней стадии изжить сами потенциальные даже причины возможных нарушений. Ставрополье не случайно стало площадкой для такого профессионального диалога. В Ставропольском крае наблюдательское сообщество сильное. У вас здесь очень серьезные юридические традиции, очень сильные позиции ассоциации юристов, независимого общественного мониторинга, сильный общественный штаб, общественная палата, хорошая, укомплектованная людьми, которые разбираются и в медиапроцессах, и в юридических процессах, даже в организационно-психологических моментах, что немаловажно при организации наблюдения. И у нас положительное впечатление от даже самого уровня взаимодействия. Единый день голосования назначен на 8 сентября. В 83 регионах страны пройдут 4000 избирательных кампаний разного уровня. На Ставрополье это выборы губернатора региона. Кира Мартынова и Иван Шаталов, Ставропольское телевидение.